В Люберцах реализуется региональный проект «100 прудов и озер». В этом году в программу по очистке водоемов попал пруд на улице Старая в деревне Токарева. Работы по благоустройству там уже идут полным ходом. Топляк, упавшие с деревьев ветки, бытовой мусор и даже мебель. В очистке от посторонних предметов Токаревский пруд нуждался давно. И вот уже больше недели водный объект приводят в порядок. Местные жители приложили к этому усилия. Активно проголосовали за благоустройство пруда на портале «Добродел». В ночное время здесь часто были машины, которые сгружали мусор несанкционированный, когда жители не видят. И поэтому вода, конечно, была страшно загрязнена, дно было очень жуткое загрязнено, и, естественно, раньше здесь купались дети, раньше здесь было чисто, и вот сейчас, конечно, здесь можно находиться только рядом, а, естественно, уже войти в воду было очень и очень опасно. Чтобы как следует очистить водный объект, подрядчики привлекли многофункциональную самоходную установку класса «Амфибия». Эта машина способна работать в любых труднодоступных местах. В прошлом году летом нас пригласили жители сюда показать пруд и сказать о своем желании его почистить. Место действительно очень красивое, пруд русловой, находится на реке Кобылинка. И мы вместе с жителями постарались внести его в программу «100 прудов». Кроме очистки водного объекта, предусмотрены работы и вокруг него. Территорию пруда избавят от аварийных деревьев и мусора. На встрече с главой округа Владимиром Волковым жители внесли ряд предложений. Договорились буквально через месяц установить здесь видеокамеры наблюдения, подключить их к системе «Безопасный регион». И, конечно же, жители попросили дополнительные планы по благоустройству, где-то лавочки поставить, где-то урны. Мы это все рассмотрим, мы с общественным советом примем правильное решение и реализуем его. Работы по очистке Токаревского пруда завершат 20 августа. Всего за последние 3 года по региональной программе на территории городского округа Люберцы привели в порядок 5 водных объектов. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.